Дети, ну-ка не бегать. От папы не отходим. Сумки не забыли? Ну куда так много? Я же сказал, по минимуму собираемся, по минимуму. Куда вы тут целый склад-то собрали, а? Ой, блин, как все-таки непривычно такой дом видеть. Так, Ника, я уже сказал, мы уезжаем, это решено. Дед, отстаньте от нас. Так, проверяем, что вы тут собрали, блин. Трусы и носки, одежда, щетки зубные и все. Это все, что вам нужно, ребята. Блин, так, учебники взял, так, все, взял, часы взял, карту взял и все. Так, ну все, картины вынесли, мебель вынесли, ладно, хоть холодильник оставили. Ребята, нет, 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 в смысле кому, Ника? Ты опять эту шарманку заводишь? Не нужно меня учить жизни. У меня своя жизнь, у вас своя. Я же в вашу не лезу? Не лезу. Где-то ты тут оставайся, за Ника следи. Так, блин, сколько этажей, столько и проблем. Так, вот раньше было нормально, уютно, нет, отгрохали. Ладно, Сашка, все, это был дом твоего мужа и твой, я не лезу, это не мое дело. Так, туалетную бумагу взяли? Да, забыли, конечно, молодцы. Все, 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 даю 5 минут и все, и уезжаем. Ребята, поезд ждать не будет. Ох. Прощай, деревенька, я буду по тебе скучать. Так, товарищи путешественники, перекличка для порядочку. Степа, Флинтик, Полина, Глеб, Лиза, Саша, Ржавис. Так, стоп, стоп. Грошек! Так, пантограф не трогай. Пантограф не трогай. Медленно слази вниз. Вот и... Ну ты чепалаха, блин, ты чего творишь-то, а? Господи, не залази, пожалуйста, туда, куда тебя не просят. Ну хватит тарать. Че, ребенка-мутанта, что ли, не видели? Подумаешь, трехметровый гигант. Он никого не трогает, он добрый. Ой, ладно, ребята, Ржавис, ну-ка все сюда собрались. Нас тут никто не знает. Мы, ребята, в другой части страны. И нам еще надо добраться до города. Поэтому ведем себя максимально собрано, как команда. Ничего, Флинтик, мама тебя успокоит. Животиком все будет хорошо. Сейчас выходим собрано, организованной группой на вокзал и ищем таксишку. Надо добраться до города. Ржавис, найди нам таксиста, пожалуйста. О, новый город. Ивлево, да, называется? Мне тут уже нравится. Какие поля! Здрасте, здрасте. О, налетели. Как я люблю. Нам бы до города. Слушайте, у нас семья большая. Так, проходим, проходим, проходим. О, да, с ветерком. Пойдемте, вы машины свои покажите, пожалуйста. 450. Блин, ребят, ну дорого. Нам подешевле как-нибудь. Так, дети, проходим, проходим, чтобы никого... Так, стой, вы что? Ну-ка, стойте, стойте. Стойте! Да хватит вы... У нас семья большая, нам две машины надо. За 500, так за 500. Все, только успокойтесь, пожалуйста. Чтобы с музыкой, да, с комфортом довезете. Все, четко. Ух ты! Так, я на этой новенькой машине прокачусь. Так, вы тогда, Саша, Флинтик, сына забери своего. Флинтик, вы на Жигулях. Так, кто еще сюда влезает? Ржавис, хорошо. Так, Грошек, ну ты пешком, ты быстро бегаешь. Так, со мной туда Степа залазь. Я на переднем. Так, Лиза уже уселась. Глеб. Ага, ну все, все помещаются, да? Замечательно. Грошек, давай, не отставай людей. Не пугай, понял? Так, садимся. Ух ты! Круто! Балдеж. Ну все, поехали. Посторонись! Ой, сейчас, ребята, таксист всех прогонит. Ой, нифига, он реально побежал его бить. Какие тут злые люди. Да ладно, можно же было, по идее, по-хорошему. Ой, мужчина, вот, простите, пожалуйста, возьмите яблочко. Грошек, догоняй! Ох, как классно, блин, с ветерком. Сейчас прокатимся. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Блин, как мне тут нравится, а? Вообще классно. Мы это место видели из поезда. Ух ты. Эх, были бы с нами Милана с Рексом. Ну ничего, остаться — это был их выбор. И что это у вас, капот не закрепленный? Да, ну и машина. Они нас загоняют! Они нас загоняют! А что, у нас перегонки, что ли? Блин, так, ну слушайте, может не нужно? Мы вообще-то магазин планировали. И тем более Грош все равно победит. Ё-моё, ты что так подрезаешь? Эй, Ржавис, ну-ка там угомони своего гонщика! Так, это не соревнование. Таксист, ты чё, зачем вы это делаете, блин, мужики? Ну серьезно, вы же взрослые люди. Ой, блин, вы деребетня, да еще и тормозит. Вообще бордел уже. Права, что ли, покупал? До магазина, пожалуйста, и все. Нам бы живыми доехать.
О, ребята, какой-то город детей и взрослых. Опять их капот ломает. Ну, господи. Ну хватит вы, ну что творите-то, блин, ну как здесь, ну доехали же почти. Вот молодец, молодец, доволен собой, блин. Так, дети, все, вылазим. О, началось, началось. Детский сад, трусы в горошек. Так, дети, ну нафиг этот бардак. Все, собираемся и все идем в магазин. Магазин. Ого, тут магазины большие. Такие просторные. Так, давайте, не заблудитесь, пожалуйста, хорошо? Все, идем покупать продукты. Во, какой большой зал. Отойти? Куда тебе отойти, грошек? Блин, попись. Слушай, тебя, блин, в туалет пускать, потом перед администрацией извиняться. Хорошо, давай в кусты и обратно, ладно? Туда и обратно, быстро, окей? И жди нас около входа. Только людей не пугай, пожалуйста. Так, ну мы пойдем в магазин. В магазин, купим там себе побольше всего. Купим... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Больно! А что они открываются-то? Вручную надо? Технологи, блин. Все, гоу, выбираем продукты, только по-быстрому. У нас что дел куча, ребята. Так, ну один тортик, ладно, можно взять, чтобы отметить. А, рыбку, так, ну, мясо, картошечку. Только здоровые продукты, только здоровое питание. Мы начали новую жизнь. Так, здесь еще мясо. Ну, в принципе, вот еще хлеба. О, борща. И, думаю, хватит. Все, все, сейчас весь магазин вынести. Все, все, угомонитесь. На кассу, на кассу. Дайте, женщина, вот нам пробить, пожалуйста, вот у меня в руках. Ага. Вот, вот еще тортик. Так, ну чего, сколько с нас? 1250? Так дешево? Ну все, давайте я с телефона оплачу. Так, вот, пожалуйста. Ну, что не пикаете? Ну, с телефона, пейпасом. Ну. Во-во, вы еще вот так ржались! Ржать, ты что? Ну-ка, отставить! Это мой охранник. Ну, PayPass, технологии на телефоне. Apple Pay там. Так, все-все, тихо-тихо, не надо. Не надо охрану, пожалуйста. Дети, наличка есть? Мы вам компенсацию выплатим. Наличка есть у кого-нибудь? Ну, кого? О, у Лидочки. Так, моя дочка заплатит, моя дочка заплатит. Хорошо, что у меня такая дочурка есть замечательная. Так, вот, все. Так, чего? Ты как со мной разговариваешь-то вообще? Так, все, ребят, на него внимания не обращайте. Все, до свидания, спасибо большое. Да отстаньте от нас, какие разницы, откуда мы? О-о-о, ребята. Так, все, угомонитесь, мы начинаем новую жизнь без насилия. Да какая разница тебе, откуда я? Крутой, крутой, выйдем. Че, поговорить хочешь? Ох, провинция, ну ладно, давайте пойдемте побеседуем. Поговорить они хотят. А куда вы нас ведете поговорить? В библиотеку? В дискуссионный клуб? Где будем общаться? На какие темы? А, ну супер! Ну мы как бы новенькие, узнаем места, где вы тут читаете, обсуждаем. Понятно. Все ясно, ну как бы на что я рассчитывал. Ладно, ладно, мы все поняли. Лизочка, превращайся! В смысле ты не будешь? Лиза, не время капризничать. Момент. Так, Саша, ну-ка, сжигни-ка их огнем. Давай, Саша, вперед! Саша! Саш! Да как так, ребята? Нас сейчас попьют тут нафиг. Уф, понятно. Ну, видимо, папе придется за всех отдуваться. Ладно. Не привыкает. Ну, давайте, налетайте. Ой, грошик. Ну, ты прям вовремя. Да-да, он и на вас тоже может, если захочет. Все, ну там это никого не испугало, кроме гопников. Молодец. Так, дети, что за фигня, я не понял. Молодец, молодец. Он просто случайно их прогнал, а вы вот специально хотели, чтобы папа получил, да? Новая жизнь без насилия? Какие вы, типа, кардинальные, да? Ладно, тогда я напомню вам и остальные части нашего плана. Во-первых, мы раз в месяц меняем место жительства. Дальше, мы тратим не больше 1 000 000 рублей в месяц. И... Так, и остальное у меня было записано. Так, купить еды мы купили. Дальше найти жилье, найти работу, устроить детей в школу, так встретиться и отомстить. И Ну, это на потом, это на потом. Так, ну чего, опять вызываем такси? Кто такой? Неважно, пока что не важно. Пойдемте искать таксистов. Надеюсь, они там живые. Хотя бы один. О, какие люди! Все, помирились? Отлично. Слушайте, мужики, нам надо по городу прошвырнуться, жилье посмотреть, кто может довести. Ну, чисто по городу покатать, это же не так далеко, да? Ну, за 500 нормально? Давайте за 500. Окей? За 500 чисто по всему городу мне... За 400?
Так. Понятно. Так, ребят, давайте пока посмотрим, пока они дерутся, какие вообще есть варианты. Так, кстати, по телефону. Так, все-таки какие-то маленькие квартирки. О, неплохо! Огромный дом, деревянный пентхаус. Так, круто. И бюджет, в принципе, укладываемся. За месяц не так уж и много. Так, все. Эй, ребята, все, хорош. Там нам же две машины надо, ребята. Но мы же те же самые люди. Все. Так, я сейчас вот на «Жигулях» поеду. Все, какое-то разнообразие. Какие у вас крутые «Жигули». Так, позволь... Глеб! Я на первом месте. Глеб! Так, ух ты, круто. Так, Грошик, все, давай, не отставай. Поехали, Глеб, садись и поехали. А нравится мне ваш город, знаете? Конечно, дома такие маленько страшные, но атмосферно, блин, и музыку вот такую слушаете интересную. Классно вообще. А педальки у вас работают? Или вы как, на автомате? Ух ты, работают. Кайф. А мы еще... нам долго еще ехать? Ладно, все, не отвлекай от дороги. Едьте, главное, довезите. Блин, вообще, надо будет сейчас саму машину купить. Грошка, ты там не устал, нет? Ой, и трамваи у вас ходят? Класс, и дороги такие большие. Ух ты, это что за чучело такое? Дворецкий ты карикатурный. Вот угарное местечко. Так, вы что тормозите? Стоп, вы что затормозили? Эй, таксист, приехали? Точно, что ли? Блин, и правда? Это и есть наш пентхаус? Ну ладно, в принципе, по бюджету. Так, а вход где? Так, спасибо, мужики, давайте только не деритесь больше. Ребята, пойдемте, судя по всему, с другой стороны надо заходить. Вот это да, это какого года дом-то вообще? Ау, где вход? Так, сейчас хозяин напишу. А, вот он! Так, ребят, сейчас надо хозяина вызвонить. Так, где тут номер записал? Блин, что-то не могу найти. А, вот, все, звоню. Так, ну-ка не драться, чего как таксисты? Ой, здравствуйте, мы по объявлению.